Здравствуйте, с вами «Бесконечные новости». Что связывает социальные сети и сказку «Морозко»? Ответ дали ученики 11 класса в новом прочтении старой истории. Ребятам очень понравилось выступление артистов. Сказка получилась очень хорошей. Костюмы, персонажи и много реквизита. Не забывали и про юмор. Был интерактив с залом. Мероприятие прошло отлично. Анастасия Попытько для шоу «Бесконечные новости».